Thank you.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Берет детей, потом прыгает, чтобы не упасть. Но мне сейчас уже не очень что получается вылетевать никуда. Для нас какой-то мега экстремальный. Не можем пройти за всей компанией. Хотя некоторые шутки проходят. А, я понял, если спокойно сесть и не двигаться, то можно нормально пойти. А если сильно двигаться, то он очень сильно крутится будет. Ай, не заметил. Ну, вот сейчас, например, попробуем, работает ли спокойствие. Так, давай, кубик. Давай, отлично. Угу, так, так, стоим, стоим, так, идем, идем, идем. Опа, все, получилось. Ой, а эти сложные, ой, тихо, мужик. Ой, они едут, некоторые быстро едут. О, получилось. Я попробую, и ух, так, получилось. Ой, это не легкий день. А? Ну как у тебя дела? Рекорд есть? Я вижу, что уже маленько прогрессируешь. Я тут... Ай! Так, все, понятно. Не получилось. Так.
Так. Руби перед видео вообще не тренировались. То есть мы зашли только. Вот. Нифига себе кубик покрутился. За лестницу. Вот когда мы тренируемся, тогда уже сможем нормально пролететь. А сейчас мы пока, можно сказать, новички или просто давно просто не шли в тавы. Ребята, если на этом видео будет 3 лайка, то мы снимем видео про Мэтт Сити. Опа, получилось. Ого, да ты выглядишь, понятно. Да, как-то пытаюсь. А везде эта лапка не лошадь, ничего. Я почти там еще. Ух. Так, пытаюсь, но сложно. Попаду все. Я должен успеть. О, придумал, сейчас купим время, какое решил. Экстра там все. Вот я могу успеть. Финиш. Давай, последний осталось. Давайте, если я пройду, то с нас и подписка еще. Подписка за это видео. Опа. Ух, это легко. Давай. Yes, я прошел. Ух, работано, я прошел все-таки. Все-таки что-то еще могу. Так, я не буду время ускорять, а подожди вас. Ну, вообще, когда будет очень мало времени, тогда активирую. Я тебя прям не вижу, ты сливаешься с тобой. Да, знаю. О, еще какая-то девочка пошла. Молодца. Так, только не активируй. Только не активируй, нет. Блин, ну ладно. Ладно, давайте активируем. А зато какую-то чирку. Ничего. Все равно. Итак, ребята. Вот мы на этом заканчиваем. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я прощаюсь. И всем пока-пока.